Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла на себя под ключиком. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Йоланты в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Йоланты поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Йоланта. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит, она показывает, она поднимает руки, ноги на ней, как раки, как прищепки большие такие на руках и на ногах, и на голове арахноид. Снимая арахноида с головы, летит в клетку-тюрьму. Хорошо, я даю команду на счет три сканера, отключи все эти прищепки, все эти подключки, находящиеся в ее биополе, выведи их с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, и все это зависает перед ней. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Так, лучше Йоланта? Намного лучше, но она на сердце давит, там что-то есть. Все, вытащим. Беспокоит ее. Сейчас уберем все, не беспокойтесь. Я даю команду на счет три сканер сканирует пространство над головой Йоланты, под ногами. Становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Йоланты, находит все. Ну, вот этим подключкам, прищепкам или гири, они что это? Прищепливаются, да. Которые утяжеляют. Бес вышел. Бес? Бес, что ты здесь устраиваешь? Стой, не бес, он демон. О, демон. 12. Хорошо, демон. Ты мне объяснишь сегодня очень много, что я захочу узнать от тебя по поводу твоей подключки. Кто еще? Инкуб. Лизард. Вот. Вот это причина вашей боли в сердце. Дальше. Дракон. Какой? Синий. Синий дракон. Цифры? 72-11. Хорошо. И арахноид. Ты сказала, да. Итак, у нас арахноид, 12-герцовый демон со своими подключками, инкуб, лизард и синий дракон 72-11. Да. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Я даю команду тонкой копии Йоланта спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Усилию потоки в 50 раз. Синий дракон 72-11. Что ты здесь делаешь? У тебя есть контракт? Нет. У кого из присутствующих есть контракт с Йолантой? Ни у кого. Хорошо. Итак, сколько ты находишься в этом биополе без контракта? Недолго, 8 месяцев. 8 месяцев. Цель твоей подключки? Пока изучаю, наблюдаю, направляю. Куда ты направляешь? Кого ты направляешь? Синий дракон. Ты что, творец, направитель, а? Ты абсолют уже? Тебя просил кто-то о твоем направлении, ты мне скажи. Я ей расширяю горизонты. Хорошо, я тебя тоже сейчас расширю горизонты. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Вот так, дракон. Здесь другие правила. Ты находишься в матрице Земли. Ты пошел без разрешения в чужое биополе. Тебя никто не просил о твоем присутствии. И за это будут последствия. Останови. Выключаю печать. Ждем окончания реверса. Направляет он. Ты посмотри. Обращаясь ко всем, кто из вас присутствует в квартире Йоланты? Никто не присутствует. Хорошо, поехали дальше. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Йоланта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Усилие потоки в 50 раз. Сколько лизард находился в этом биополе? 4 года. Почему ты доставлял такой огромный дискомфорт человеку в сердце? Он не доставлял, он усугублял. Как именно? То, что она чувствовала, она увеличивала несколько раз чувство одиночества, например, создаваемое инкубом и его накидкой. Хорошо. У нас есть еще накидка инкуба? Видимо, есть, раз он говорит. Хорошо. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Ты ее закрывал этой накидкой своей? Шаль ей набрасывал. Шаль на плечи. Как твоя шаль на плечи воздействовала на окружающих и на нее? Люди ее вообще видели? Мужчины? Они видели бесформенную рыхлую массу. Вот так вот состояние инкуба изменяет своей накидкой то, что другие люди видят в нас. Хорошо. Реверс закончился. Ну, отлично. Еще демон у меня остался. Сколько ты находился в этом биополе, демон, со своими подключками? 5 лет.
А почему так много установил? Что это вообще за прищепки такие? Утяжелял. Ну что, все тело утяжелял? Грубо делал. Что там, руки да ноги? Больше не могу подняться. Ну, понятно. И арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 2 года арахноид. Он втыкает иголки, чешет ей голову. Что там было? Головные боли, мигрени, сдавливание, каша в голове. Что именно? Теряла мысль. Теряла мысль. Ну, это, в принципе, нарушение концентрации. Хорошо, поехали дальше. Начинаем с вытаскивания всего. Арахноид себя начинаем. Выходи, вытаскивай все свои иголки, паутину, все, что осталось на твоей чистоте. Ничего не забывая, возвращайся назад и докладывай мне, что ты готов к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Приступай, арахноид. Но у него шея, иголки. Голова достает. Готово. Поехали дальше. Демон, что-нибудь осталось на твоей чистоте невытащенным? Нет, все снял. Лярва есть в ее биополе? Да, есть. Где? На коленях. Хочешь получить? Скатывается все туда. Хорошо, хочешь их получить? Хочет. Выходи, собирай эти лярвы, ничего не забывай. И возвращайся назад. Но боли в колене она должна была ощущать. Ну, опухали у нее ноги. Ниже колен все, и края ниже опухало. Потому что у нее с колен все стекает вниз. Да, так и есть. Это ее огорчение и негатив, которое она собирает все с нее. Вот эти подключки веса, они тянули прищепки, вот эти они вниз. Демона. Демона, да. Все вниз тянули к нему. Значит, как но она он собрал, зачем пришел. Ты за лярвами пришел? У меня есть лучше, чем лярвы. У меня есть эмоциональный фантом. А ты за ним не пришел? Ну, на фоне эмоционального фантома он выработал эти лярвы. Грязь вся спускалась вниз, но от эмоционального он не откажется. Хорошо, поехали дальше. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, отключайся полностью, снимай накидку, ничего не забывай, возвращайся назад. Он снял эту накидку с плеч, шаль, как он говорит, и спираль такая вокруг ее тела, кожаная. Сжимала, опустошение по утрам. Тоска. Тоска. Хорошо, значит, чистота тоже есть. Поехали дальше. Он все забрал? Да. Лизард, выходи, вытаскивай из сердечной чакры свое гнездо и все, что ты там оставил. Ничего не забывая, возвращайся назад. Он говорит, что он беременный лизард, поэтому еще тяжело было. Беременный лизард. Хорошо. Он все снял. Поехали дальше. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Отключайся полностью, возвращайся назад. Третий глаз, плата. Сны космические, он ей показывал. Готово. Что ты ей транслировал через третий глаз? Космос показывал. Ты показывал то, что ты видел сам? Созвездия, планеты. Понятно, но ты их видел сам своими глазами, она никуда не летала. Ты транслировал ей, как будто она летает. Я правильно понимаю? Я показывал. Ты показывал. Хорошо, он все снял. Поехали дальше. Да. Выходит эмоциональный фантом Йоланта, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы. Она проецируется на ее эмоциональном фантоме. Да, он вышел, и он такой хаотичный весь фантом. Хорошо, Йоланта, эти все энергии вы произвели сами, здесь вам уже никто не мешал. Это ваша работа. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Да, готова. Сворачивай энергии в шар. Демон забираешь? Да, конечно, жду. Отправляю демону. И расскажи мне, какие из этих энергий являются основными, то есть те, из которых все проблемы вытекают? Пару назови. Это не проблемы, это эмоции и плохое настроение отсюда. Я, например, чтобы усугубить нервозность, тоска, одиночество, дезориентация. Все понятно. Хорошо. Заслужил слабый свой. Депресняк. Слабый депресняк очень быстро перерастает в большой депресняк, если человек еще помогает сам в этих вещах. Хорошо? Я могу помочь. Алкоголь предложить. Предлагал уже? Предлагал. Понятно. Обращаем. Но недолго я здесь сижу. Йоланта, обращаю ваше внимание. Все, что сейчас было перечислено, это все находится на чистоте демона. Он имеет полное право заходить на свои энергии, на свои частоты, ваше биополе. Вы должны это понимать. Вы не должны давать ему поводу для того, чтобы он заходил в ваше биополе. Для этого вы не должны испытывать все эти эмоции, которые были перечислены. Вы это понимаете?
Но не испытывать эмоции не могу, может контролировать. Испытывать эмоции надо, но вы же понимаете разницу вот этих негативных эмоций и позитивных. Испытывайте позитивные эмоции. А если у вас негативные появляются, отталкивайте их в сторону, убирайте, заменяйте, на их место ставьте положительные. Не переживайте лишний раз. Я учусь. Я понимаю, безусловно. Это нелегко, но я вам показываю путь, как это все делается. Хорошо, демон все получил, что он хотел. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Готово. Под его подключками они остались? Да. Воронку открывая в галактическое ядро, и подключки уходят на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Арахноид, ты больше не придешь в это биополе, тебе понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Инкуб. Ты готов уходить? Готов, не готов? Да, готов. Да. Ты же понимаешь. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Он себе шаль одел и ушел в портал. Гордо ушел в портал. Хорошо. Лизард, ты больше не придешь в это биополе. Никогда. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. И Лизард уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово синего дракона. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. И синий дракон уходит на свою чистоту, забирает все, что принес. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Клетка пустая? Да, пустая. Хорошо. Поехали. Подожди. Стоп. От Лизарда что у нас здесь осталось? Гнездо оставил. Открою портал еще раз. Открываю сейчас портал наверху на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. И Лизард забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Забрал. Закрывая, печатай, растворяй. Поехали дальше. По частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Йоланта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения? Не могу понять до конца. Чувствую чистоту внутри и много новых энергий. Нужно привыкнуть к ним, осознать. Все верно.